Снова приветствую всех на нашем канале «Вокруг водоемов» и подписчиков, и гостей нашего канала. Выехал я на Макарты. Меня товарищ подвез. Кстати, товарищу большое спасибо. Он как раз на дачу ехал и меня подкинул. Обратным путем автобусом буду ехать. Вот. А именно приехал я на плотву. Да, взял с собой вот, видите, чехла не видно. Удочка спиннинг. Вот, со скользящим поплавочком. И два поводка с крючками. Будем рыбачить на хлеб с макухой. Вот. Ну, на крупную плоту. Да, и большое спасибо всем, кто делает маленькие замечания по звуку. Да, друзья, со звуком проблема у меня. Ну, ничего, эту проблему я решу в скором времени. Нужно будет приобрести петличку, микрофон. Вот, и меня уже будет слышно намного-много-много лучше. Так, значит, будем рыбачить возле дамбы. Это вылаз. Так. Это что так? Карась там. Точно карась. А что так зовут в траву? А что так много? Закончили нашу маленькую рыбалочку. В общем, поклевки я не снимал, так как надо менять поплавочек, чтобы он был более лучше заметный. Вот. Ну, проверили, увидели, берет хорошо. Хорошо берет на хлеб. На опарыша что-то слабовато. Все, всем желаю удачи, не просто не чешуи. Подписывайтесь на канал и не забывайте давать.